Всем привет! Приносим извинения за столь позднее включение. У нас новый моторчик. Ба-бам! Тот самый долгожданный, легендарный LMM6. Скорее всего, что это 6А, потому что у 6 была бы нога еще длиннее. Ну, так, чтобы вы понимали размер этого мотора, выглядит он вот так. Ну, тут немножко болтается головка цилиндра, легкосъемный карбюратор. И вот магнита пока здесь установлена. Но после того, как мы завершим нашу чайку, мы перейдем к этому мотору. Его еще в простонародье называют звезда, потому что вот у него тут звезда. Нам Сергей, который, благодаря которому у нас это есть все, предоставил документы, и мы сейчас их извлечем, и у нас будет, в общем, посмотрим, что у нас будет. Но на самом деле это очень круто, что у нас есть такой мотор. Интересно заглянуть, что здесь. О, тут даже откручивается крышечка. На том не откручивалось. Ну, да, на том не откручивалось. Все, это знак. Завтра утром мы забрызгаем все соединения резьбовые. И будем так делать раз в пару дней. Он будет откисать. Забрызгаем. А его можно еще как-то по высоте регулировать, да, выставлять? Ну, наверное, да, приподнимать можно. Забрызгаем. Забрызгаем. Опа, забрызгаем. Тут даже поршень есть. Поршень есть. Тирин. Все это зальем, забрызгаем, замоем. А где клапана у него? А он двухтактный. А. Он двухтактный, возможно, тут есть, возможно, нет. Дырки какие-то, отверстия, так сказать. У этого впрыск непосредственно в цилиндр, а у чайки впрыск в кривошипно-шатунный механизм. И, в общем, ух ты. Еще какая-то. Что-то откручивается. Тоже что-то откручивается. Смазка какая-то, наверное, нет? Это, наверное, масленка вообще какая-то. В общем, я думаю, что все ответы мы найдем в книге. В книге, да. Ну, если там есть книга. Там есть книга. Там целый конверт с марками. Вообще, на самом деле, круто, когда люди хранят такие вещи. Сергей сказал, что ему это пришло когда-то по почте. Ему это пришло по почте в Костополь с Ленинграда. Ленинграда, да. Круто, круто. А теперь спать. Это наш LMM6A. И он тоже не проворачивается. Будем греть.
А сейчас мы будем отделять голову от ноги. Сережа, лови. Неплохо пошло, но... Широк. Эх, голова отделена. Сняли мы голову. Тут вроде было еще ничего так, а когда... Заглянули в выхлопной канал. В общем, ну, ржавчина немножко. Будем начинать отмачивать отсюда. Сто процентов утопленник. Сейчас я покажу вам, что там внутри. Чего уж точно я не ожидал, так это того, что наш экземпляр LMM6 окажется утопленником, с лопнувшим поршнем и со всеми вытекающими последствиями. И еще пару кадров о том, что отличает нашу чайку LM20B от просто LM20. Не удалось выкрутить алюминиевый болт из румпеля, поэтому мы его накернили и будем сейчас высверливать. Знаю, будем обрезать, не будем обрезать, будем наваривать. Высверлим болт и посмотрим. И снова привет. Мы продолжаем работу над нашим мотором Чайка ML20B. Вот то, что у нас получилось из румпеля. Здесь был алюминиевый болт. Мы его заменили такой шпилькой стальной, пока что с запасом. Нужно выточить будет вот ручечку деревянную. Вот так, ну, чтобы нагляднее было. Вот так. Здесь у нас есть такой изъян. Возможно, мы сточим вот этот прилив и оденем сюда трубочку. Возможно, так и оставим оригинальную запчасть все-таки. Тут, соответственно, мы приварим то, что не хватало. И вот у нас есть такой дрын. Как думаешь, я вот из этого дрына выточить вот такую деталь? Будет то же самое, что и с той ручкой. У тебя есть какие-то предложения? Ну, с бука, то буковый же дрын, он гидроскопичный, вода будет попадать. У тебя будет какой-нибудь кусочек такой похожий?
Ну, я не знаю, что за ебеновое дерево. Ну, дубовое, может, и будет. Да дуб тоже нехорошо. Что-то а надо что хорошо тогда? Ну как, только красное дерево. Это же старинный мотор. Ну, попахивает краснотой. По краснотой. В общем, что-то придумаем.